Ты где там? Привет, грибок. Тебя вообще там не видать. Иди, сладкая моя. Я тут готовлю овощи и пюрешку. О, жарко. Уже баклажаны поджарила. Короче, все на скорую руку делаю. Матуся, что ты пьешь? Молоко. Вкусное? Да. Смотри, почти все выпила. Вот это да. Полное наливала. Ничего. Ну да, вот полное наливала. И Вовка тоже пьет. А я вон вчера две стакана выпила. Угу. Ногу поднимай, Вова, ногу. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Потом скажешь. Разгинайся хорошенько, Вов. Вова, вот здесь ты максимально разгибаешься, аж выворачивайся назад. Вот так. Аж вот руки вот так вот, понял? Да-да-да. 10, 7, 8. Давай, Вова, я не могу, я не такой быстрый. Вова, молодец какой, а? О, теперь это прям по-настоящему выглядит. Смотри, какие молодцы. 7, 28, 29, 30. Давай, ложись. Клим, спину ровно, не надо локтями держать прям. Смотри. Руками держи, руками, сына. Спину ровно. Смотри, вот не можешь нифига подняться даже. Давай, давай. Если что, руки вытаскивай из этой. Пусть он... Да, вот так, давай. Нет, руками не помогаю, можешь вот так вот. Как рычаг руки используй. Да. Я понял. Давай. Оп. О, красавчик. Два. Ты мне не помогаешь. Клин, не надо ему вот. Отпусти его, пожалуйста. Три, молодец. Ручками своими его коленки придерживай. 4. Смотри, чтобы глаза не вылезли из орбит. 5. Чуть-чуть. Давай, 5. Все, молодец. Молодец. 6, 7, 8, 9. Или пюрешку будешь? Ты, Масик, съешь одну, пожалуйста? Я хочу. Делал квадрат. Давай еще ложечку одну. Одну и все, честно. Одну, пожалуйста, за маму. Давай. Поезд поехал в туннель. Давай. Вов! Матуся, кушай давай, нам. Если током ударит, доиграешься. Если телевизор спалишь. Клим, если ты не до конца засунешь розетку, вот, как ты наверняка это сделал, то будешь так же, как с Алисой. С Алисой так же будет. Тебе вообще лучше отойди оттуда, не трогай ничего, хорошо? А потом ты... Мы с Климасиком пришли
покупаться. Вот такой бассейн классный. Вот с Леной, с Софой, с Арианой. Софочка! Привет! Сегодня Марта, твоя подруга, не пришла. Я решила, что я одна не справлюсь с такой толпой детей. Клима, короче, мне хватит с лихвой. Вот, я сегодня отдыхаю. Клим, тебя Ариана на горку приглашает. Лягушонок поплыл. Кремасик, он скучает по Марте. Нянчится с Софой. С телефоном. Мы тут со своей едой. Картошку с грибами взяли. Тут у нас вилки, ложки нет. Моя мечта, чтобы к нам жильёшка подошли и строго сказали. Строго нельзя со своей едой. Ну, одень себе красоту. Ой, как красиво. Прелесть, да, Матуся? Это бабулина. Тебе нравится? Женщина сидит и задает. А тебя! Бабуля, а тебя! Нет, это мне не полезет на шею. Это на руку, маме. На руку. Это на руку надо, давай. Вот. Вау. Ай-яй-яй. Красота. Это тебя. Ай, спасибо большое. У меня на руку он будет маленький. Не. Клим собирается на Северный полюс. Ксанте, почему мне... У нас минус 20 на улице. Клим, ты еще, наверное, не помнишь такой холодной погоды, да? Первый раз. Минус 12 даже. А, минус 12. Ну, нормально. Ну, ты уже иди, сейчас все замерзнут и разойдутся, пока ты одеваешься. Пока тебя там ждут. Ты пойдешь на улицу, Вов? Кто-то тем-то жёшь. Со мной пойдешь? Да. Что хочешь? Я могу... Молоко хочешь? Да. С печенькой? Нет. Просто молоко? Да. Я молоко хочу. Сейчас я делаю молоко. На скорую руку вот можно просто урбич и какой-нибудь подсластитель. Финик можно добавить. У меня будет сейчас мед. Перемыла, замочила миндаль, посушила. Вот теперь складываю его в пакетик, в морозилку. Так чуть-чуть отсыпаю и делаю каждый день детям молоко. В идеале лучше бы, конечно, от вот этих вот штучек перебрать. Но некогда это делать. Это очень много времени займет. Либо надо кого-нибудь припахать. Клима, например. Ну, там где сядешь, там и слезешь с этого клима. Смотрите, некоторые легко снимаются прям. Но не все так. Вот. Если есть возможность, есть кому, рекомендую очищать. Если вы хотите кушать, а не молоко делать, рекомендую посушить в духовке при температуре 40-50 градусов. Ну, наверное, ночь надо сушить. Помешивать, чтобы равномерно все просохло. Тогда это будут активированные полезные орехи. Но я понимаю, как это энергозатратно. Порой достаточно просто помыть. Не знаю, вот у меня дети мытые тоже едят. Но если его не посушить, конечно, заплесневеет.
Климу купили хинкали, он давно просил на Новый год, но не получилось заказать. Вот сейчас сварила. Блин, один порвался. Обидно, конечно. Он меня убьет за это. Из четырех один порвался. Ладно. Пусть остывает. Вот так вот. Кошка открыла. Уху! Партик-то хороший. Там минус 20, закрывай. Закрывай, там минус 20, я тебе серьезно говорю. Хинкали остывает. Сейчас, подожди минутку. Сань, зачем сейчас это смотреть? Да просто интересно. Нет. Это Матуси. Как молочко? Во, сейчас я тебе сделаю, ты чё? Ну, хочу твое мнение узнать. Вкусно. Прошли поставить. Это самый вкусный хинкали, который я ел. Ну-ка. Чё, правда? Помнишь, мы были в том кафе? Кусай. Они там очень соленые были, а эти прям остренькие. Ужас, какое полотенце грязное, пипец. What the fuck? А, это орехов. Это что, палок или игрушка, что ли? Наконец-то этот день свершился. Я его люблю больше, чем день, когда мы ставим елку. Когда мы ставим елку. Освободится пространство в моем доме. То я, знаешь, даже не хотела убираться, потому что думаю, пока не уберем елку, убираться не буду. Та-дам! Сейчас у меня будет чистенько и аккуратненько. Нет, все, пока-пока. Мы убираем елочку. Матуся не хочет. Каждый записали письмо. Вот эти вот и на следующий год прочитаем. Да, на следующий год. Матуся, нет, ты наоборот папе помогай. Смотри, коврик убирай. Вот жопа вешать хочет. Да? Матуся! Марта, мы убираем елку. Сейчас папа складывать будет. Сходи сюда. Давай. Вот молодец. Давай. Умничка. Можно с ней договориться. Да, ты помощница. Половину орешек я положила вот в такой чехол и на батарею. Они сохнут, высохнут, и можно кушать. Будут активированные орешки.